Война жестокая убивает не только самого человека, но и его мечту убивает. Можно было подумать, что с гибелью самого Хасана погибла и мечта о яблонях. И вот могу ли сказать, к нашему удовлетворению мы эту мечту сохранили. В семье 5 детей было у них в семье. Самый старший Гарифе, потом родилась вторая дочь Фазыла. Фазыла родилась, а отцу-то охота была сына. Говорит, ох, если бы, говорит, сын у меня родился бы. А потом, говорит, я бы жертвоприношение, у нас же курбан делают. Вот курбан они сделали. После этого родился Хасан, вот наш дядя, родился. Ну, он желанный ребенок был. Вот по рассказам матери он все умел делать. Он даже, говорит, когда этим сестрам, братьям делал коньки, лыжи сам делал. И тележки для маленьких детей, вот чтобы маленького братишку катать, тележку сам делал. Мария Папай мне рассказала и даже показала палисадник, где росли яблони. Яблони были посажены Хасаном еще до войны, мальчишкой. Может быть, тогда было ему 14 лет, не больше. Он долго искал эти яблони. Его подзадорили. Почему у тебя земля такая хорошая, богатая? Растут черемуха, тополь и еще акация. Вот. А он, подзадоренный, стал искать яблони. Раньше же в деревне яблоню редко, наверное, кто сажал. И вот он, говорит, мечтал. У нас через 2 дома тогда, вот где он жил, у одних были яблони такие. Вот они, когда далекие, родня они тоже, когда, наверное, угощали, вот он говорил, я тоже вот сделаю свой сад яблоню. И всем, что хватило этих яблок. Мечтал он, да. Отец у них рано умер, в 1934 году они одни остались, в 1941 году война началась. Солдат пригнали с Уфы, что ли, откуда-то, на учение. В Аллагувате были эти солдаты. И остановились у них тоже. Он говорит, с этими солдатами, около этих солдат крутился все время. И, говорит, даже форму примерял. Говорил, вот, если что, я тоже с добровольцем уйду. Я уйду и, говорит, с победой вернусь. Ему еще 18 не исполнился. Ему 10 июня день рождения-то. А он в феврале пошел сам уже добровольно, уже видит, что война до того дотянулся, и домой возвращается одни коллеги и инвалиды, и ему уже внутри все горело-то. Пошел он, по пути прошел, как мать рассказывает, пешком там, кто-то подобрал, до Стерлитамака доехал, до военкомата, зашел, это военкомат, а там ему говорят, вот 18 исполнится, придешь. А видишь, он упорно просит, что отправили его на фронт-то. Ладно, военком согласился, говорит, езжай домой, вызовем мы тебя. Ладно, заберем мы тебя, вызовем. Вот через некоторое время повестку уже отправили. Так обрадовался, что повестку ему принесли. А мы, говорит, начали плакать, обниматься, плакать, что единственный помощник, и то уйдет, че делать нам трудно будет. Военкомат Тритамака призвал его в 1943 году, 1 февраля, вооруженные силы, зная, что они имеют образование 7 классов и занималось очень много спортом, они его направили в пехотное училище. Получается, что он учебки был, да, вот это еще письмо, как-то вот это, говорит, был, как он решил искупаться, повесил автомат, и по-быстрому нырнул, жара стояла, говорит, и нырнул, вышел, автомата нету. А там, оказывается, мимо проходил ихний командир, и автомат раз забрал и ушел. А в военное время потеря этого автомата, это расстрел. Ее, он письмо написал, меня чуть не расстреляли. Ну, это, оказывается, командир сделал, потом строй построил. И показать, что ружье с рук нельзя отпускать в военное время. Хасан Ахтямов мог год там учиться в военном училище и прийти в полк или в строй к концу войны, когда уже наши войска подошли бы к Берлину. В июле 1943 года он написал рапорт, что его отправили на фронт рядовым. И он добился своего, и он был отправлен в конце июля на фронт. Когда поступил на самом деле запрос телеканала «Тамыр» о герое Советского Союза Ахтямове Хасане Багдеевиче, мы сразу же приступили к осуществлению этих поисковых мероприятий. Были сначала изучены все исторические архивные документы о герое Советского Союза Ахтямове. После, учитывая то, что по разным документам он погиб за село, в бою за село Редиу-Алдей, а по другим документам 1945 года, по донесениям, он погиб за село в районе села Якушин. Поэтому возникла необходимость во встречах с местными органами власти, во встречах с людьми, которые могли быть свидетелями. Студия «Тамар» мне сообщает, что предстоит поездка в Румынию. Это об этом и мечтать я не посмел бы. Я жил в ожидании чуда. В ожидании чуда. Вот вдруг мы приедем в Румынию, посетим места боев, посетим места памяти, с людьми познакомимся. В боях с немецко-фашистскими захватчиками 30 мая 1944 года в районе деревни Редиул, когда противник предпринял ряд яростных контратак, товарищ Ахтямов проявил мужество и геройство. Против первой стрелковой роты, где действовал товарищ Ахтямов, противник бросил в бой больше батальона пехоты и 8 танков. Немецкая промышленность выпускала перед Курской битвой тяжелые танки «Тигры» и «Пантеры», они почти были 50 тонн. И представьте, вот эти 8 танков немецких, которые были пущены против нашей пехоты, они бы от нашего полка никого не оставили бы. Они бы утюжили наши окопы. В Бухаресте произошел фактически переворот. Король Михаил I отстранил маршала Антонеску и взял управление государством и войсками на себя, объявил о выходе из союзнических отношений с Германией и о вступлении в антигитлеровскую коалицию. Фактически с этого момента Румыния стала воевать против фашистской Германии. Бои были очень ожесточенные здесь. И, откровенно говоря, здесь земля полита кровью советских солдат. Общие потери в ходе, так скажем, освобождения Румынии от фашистских войск оцениваются от 67 до 69 тысяч воинов, как погибших, так и пропавших без вести, а также умерших от ран. Кладбище Вечности в городе Ясы, оно на самом деле отличается от, скажем, других воинских захоронений. И дело в том, что это очень старое кладбище. Здесь произведено захоронение погибших солдат времен русско-турецкой войны, конец 19 века. Теперь погибших солдат Первой мировой войны отдельными секциями отделены. В каждом конкретном случае поставлены достойные памятники из белого мрамора. Большое место занимают захоронения советских солдат во время Великой Отечественной войны. Каждое захоронение имеет отдельную надгробную плиту. На многих плитах обозначено неизвестный солдат. Конечно же, мы не можем на каждом обелиске убрать слово «неизвестный солдат». Мы устанавливаем фамилии людей, которые были захоронены на этом кладбище. Но установить конкретное место захоронения, что это вот могила вторая или третья от входа, к сожалению, не удается. Танки противника все ближе приближались к траншеям первой стрелковой роты. Пытались двигаться по фронту роты вдоль траншей и расстреливать наших бойцов, находящихся в траншеях. Первый двигавшийся танк уже направился вдоль фронта роты, а немецкие автоматчики, находившиеся в танке, открыли люки и стали в упор расстреливать наших бойцов. Товарищ Ахтямов первый выскочил из траншеи и бросился с противотанковой гранатой под танк. Таким образом, товарищ Ахтямов своим геройским поступком спас жизни нескольких десятков бойцов. За выдающийся героический подвиг товарищ Ахтямов достоин правительственной награды – звания Героя Советского Союза посмертно. Командир 857-го стрелкового полка, подполковник Франкель. Хасан со связкой гранат бросился под головной командирский танк. Когда головной командирский танк как вкопанный встал и загорелся на этом месте, остальные танки повернули уже в сторону и назад. Таким образом, контратака, мощная контратака была сорвана действием, героическим действием одного рядового Ахтямова. Начальник штаба полка 857-го стрелкового, где воевал наш земляк Хасан Ахтямов. Тогда я ему написал письмо. Вот. И он в 1987 году ответил мне подробно описанием этого боя и прислал даже карту схемы боя 30 мая 1944 года. Вот я прокручиваю это сколько надо, сильно надо было любить родину и свою землю. Это надо вот... Не всякий, я думаю, сможет так. В природе, видимо, есть какие-то взаимосвязи. В год, 44-й год, 30 мая Хасан погибает, бросившись под немецкий танк. в этот год погибает одна из яблонь. Об этом мне четко, очень даже четко рассказали. Погибла одна яблоня. Ну, у народа объяснение очень простое. Вот хозяин погиб, значит, погибла и яблоня. И они стали предрекать, что остальные тоже могут погибнуть. Так и случилось. Все яблони, которые были посажены Хасаном и которые выросли на этой благодатной лагватской земле, они погибли постепенно. В течение последних 2-3 лет посольство ведет большую работу по инвентаризации, по паспортизации воинских захоронений по всей территории Румынии. Здесь, на этом секторе воинских захоронений, сооружается стела памяти. Увековечивание памяти солдат идет через установление мемориальных плит, мемориальных табличек, где наносятся имена героев, которые здесь захоронены. Отдельно мы увидели плиту мраморную. На этой плите выведены имена 9 героев Советского Союза, в том числе Хасана Ахтямова Ахтямова. В текущем году посольством совместно с представительством Министерства обороны установлены имена всех воинов, захороненных на территории Бухареста. В этом же году установлены практически все имена воинов, которые были захоронены в городе Ясы. Это свыше 1300 имен и фамилий. Естественно, как я уже сказал, эти имена и фамилии будут нанесены на мемориальные плиты, которые мы устанавливаем на наших воинских захоронениях. В том числе там есть имя Героя Советского Союза, башкира Ахтямова. В аэропорту, когда нас встретили таким радушным образом, на самом высоком уровне, оказалось, что наших саженцев нет. Если не будет наших саженцев, какой смысл от нашего пребывания там? Конечно, можно ознакомиться, можно посетить места боев. А наша задача была восстановить мечту Хасана в яблонях. Мы пришли в уныние, пришли в смущение и встречающие товарищи. Скажем, первым делом Юрий Петрович Матвейчук, он такой активный, началась какая-то переписка, какие-то переговоры, и нас успокоили те, что наши яблони прибудут, но только на другой день. Прислали наградной лист матери. Это вот точно не могу сказать, в каком году. Этот прислали. Потом, говорит, нам даже немножко легче стало жить, потому что нам паёк, говорит, давали во время этой войны. Этот паёк получали они в Стерлитамаке. Это наша мама ездила в Стерлитамак на попутных машинках, и вот этот паёк получала. После войны, ну, говорит, хотели, у них дом старенький был такой, раньше кулаков раскулачивали, дома отбирали. Вот какой-то один дом хотели им дать, а потом мать отказалась. Говорит, нам не надо чужие слезы. Говорит, потом они нас будут проклинать, и моих детей будут проклинать. Не надо. Пусть, говорит, маленький домик будет у нас, но пусть тепло будет. Магрифа-апай, ну, забитая жизнью, нуждой, горем, такая недопустимо скромная, недопустимо бедная, она с подъемом рассказывала о своем сыне. Я спросил, есть ли письма Хасана. Магрифа-апай объяснила, что писем нет. Я стал допытываться того, что Магрифа-апай, возможно, вы помните. Не может быть, чтобы вы забыли начисто эти письма. Она, между прочим, долго собиралась мыслями, а потом, взбодрившись, встала посреди комнаты и стала читать это письмо. Кадерле әсәйем һәм тугандарым. Сезгә үземнең алдат хаты аша кайнар сәлам. Дорогая мама, тугандарым, шлю вам пламенный солдатский привет и лучшие пожелания. Привет Хатмулле Бабаю. Привет всем родственникам и всем, кто меня знает. Тоскую я по тебе, мама. Невозможно объяснить словами эту раздирающую сердце тоску. Всегда вижу вас во сне. Вот и сегодня. Будто мы с тобой, мама, идем вдоль Агидели, в сторону Таратау. Хотим перейти реку, а река на глазах начала разливаться. Уже затопила берега. Мы все еще ищем брод. За нами бегут какие-то дети. Они тоже гурьбой ищут брод. Все смеются, шумят. Смотрю, они взяли тебя за руку и повели на ту сторону. Я остался один, мама, без тебя. Навзрыд заплакал, проснулся, вздрогнув от своего плача. Долго не мог прийти в себя. Оказывается, это всего лишь сон. А наяву все будет гораздо лучше, мама. Мы все равно победим, вернемся с победой. Все наступаем, перейдем границу, и война закончится. У меня все хорошо, жив-здоров. Что ждет впереди, не знаю. Все время говорим с ребятами, только бы дожить до победы. Твой сын Хасан. Еңеу күні бәхеттен көре алғағын етіп, олың Хасан. Все письма вот это переселение Малагвата, конечно, переселение вот это и слишком это вот где он жил, там жил его младший брат потом. Остался, мать умерла в этом доме, младший брат жил. А потом он рано умер, потом Аллагуват переселили, все это, а нам, детям, не надо было. И моя мать рано умерла, а эти тетки были, одна жила в другом соседнем деревне, а другой в Шумбае жила, им тоже это, вот все это потерялось, конечно. Конечно, печально, что такое большое село, как Аллагуват, историческое, древнее село, многонациональное село, исчезло с карты республики. Ну, тому причина самая объективная в том, что Салаватский нефтехимкомбинат вплотную подошел к деревне. Там жить уже было невозможно. Ведь деревню-то снесли, а подвиг-то ее должен остаться. Они же не виноваты, когда совершили такой героический подвиг, значит, потом будет забытие. Кстати, из этих деревень ушли 1248 человек, 513 не вернулись, в том числе и Хасан Ахтямов, герой Советского Союза, не вернулись. Вот когда мы были в Наумовке, директор совхоза техникума светлой памяти Губайдуллин Халиль Хайдарович, договорились о том, что заложим яблоневый сад памяти героя Советского Союза Хасана Ахтямова. Он не успел оформить как следует. В ту осень случилась беда. Дорогой человек погиб. И когда мы задумали произвести первые съемки в яблоневом саду, мы встретили глухое непонимание этого вопроса. Яблони, посаженные руками Халиль Хадарыша, Губайдуллина и его товарищей, пришли в полное запустение. Конечно, мы с директором техникума повстречались еще раз. Глухое непонимание не было преодолено. Он сказал о том, что он собирается выкорчевывать эти яблони. Но по нашему глубокому убеждению, восстановить этот сад, восстановить в этом саду имя героя Советского Союза было бы самым правильным решением этой проблемы. Копайте шире. Начало декабря. В Румынии зима еще не наступает. Но опять-таки вот взаимосвязь сил природы, надо полагать, что этот день земля была покрыта белым-белым снегом. Всем нам показалось, что это чистота души, чистота порывов юных воинов, которые погибли. Сейчас проверим. Вопросы яблоневого сада обсуждались. Идея была нова для меня. Я с этим не сталкивался. Не просто взять, привезти на иностранную территорию и посадить саженцы. Это совсем не просто. Тут вопросы затрагиваются и собственности. Дело в том, что на территории Румынии земля находится в частной собственности. Поэтому требовалась процедура согласования. Возможно ли это? Это что касается земельного участка. Процедуру согласования мы прошли. Что касается местной стороны, так как по соглашению уход и содержание наших российских воинских захоронений осуществляет румынская сторона на их территории. Поэтому надо было согласовать с ними и уход за аллеей, так сказать, за садом. Наши товарищи с общественности Аллагуват, они мне предлагали, давайте поедем в Румынию, привезем горсть земли, где Ахтямов похоронен. Я ему сказал, на сегодняшний день, пока он нигде не похоронен. Вот когда я прочитал в декабре статью про сотрудников телеканала «Тамыр», я только сейчас убедился, что наконец-то Хасан Ахтямов, герой Советского Союза, похоронен, и вы установили там плиту с его именем. Это трудное время для страны. Этот человек, не задумываясь, бросился под танк, так будем сказать. Он не чей-нибудь подвиг повторил, а он совершил подвиг. Подвиги не повторяются, а совершаются. Вот к таким личностям, которые для страны сделали очень большое дело, спасли Родину, ну, скажем, от фашистского порабощения, да? Они стоят всяческой памяти, а памяти как такового много не бывает. Надо при помощи нашего правительства, при помощи, скажем, Стерлитамакского района и Салаватской администрации, вот это имя героя присвоить какому-либо из учебных заведений нашего города. А таких учебных заведений в Салавате есть, на которых можно равняться и можно присвоить, и быть спокойным. Мы гордимся им. И вот моим внукам, детям даже вот рассказываем, вот он добровольно пошел и так любил родину, что себя даже не пожалел. Он хороший был, все умел, все добро только делал. Он, наверное, зло еще никому не успел делать, наверное, и не сделал бы. Давайте, чтобы это не звучало, что я один сажаю. Давайте коллективный труд. Да. И будем прикапывать. Да. Держи. Чуть выше. Яблони даже без полива будут расти. Земля была настолько насыщена влагой. Когда мы закончили посадку яблонь, советник посла Андрей Ланчиков поблагодарил нас. Он выразил большую благодарность и сказал о том, что через 5 лет мы вашу группу приглашаем на сбор первого урожая. Это приглашение нам, конечно, оно неожиданное, между прочим. Мы, конечно, пообещали, но пообещали и то, что, видимо, на этот ответственный сбор прибудут школьники, которые завоюют право на это. Сад был посажен. Осталось его только расти, вырасти и ухаживать за ним. Яблони, в моем понимании, были сутью мечты Хасана. Мы эту мечту пронесли через годы, мы эту мечту сохранили.